Сирийские ВВС и российские ВКС доставили гуманитарную помощь в осажденный Дейр-эз-Зор. Уже много месяцев террористы держат город под колпаком. علبة الطون الحالة ب 1500 علبة واحدة وعلبتين جبنة وكيسين زعتر Груз — это продукты и лекарства. Все это в гумконвой сбросили на часть поселения, которую заняла сирийская армия. Сначала еду раздают жителям отдаленных районов. Затем сливочное масло, томатную пасту доставят в другие кварталы. Всю гуманитарную помощь планируют раздать за 2 дня. О таком подарке люди, живущие без электричества и почти на подножном корму, могли только мечтать. Жители Дейр-эз-Зора благодарны военным и вспоминают их в своих молитвах. عطونا كفاتنا من اول للاخر والله يخليه والله يخلي الجيش والله يوفقهم والحمد لله رب العالمين هالهدوء يعني ان شاء الله باراده الله يتم على بلدنا كلياته